Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня поиграем с вами в фристайл. Это уже не первая игра, и чую не последняя, потому что что-то какие-то соперники слабые. Ну и плюс, как-то слабенько все это выходит. Надеюсь, сейчас все изменится. Надеюсь, я очень надеюсь. Хотя, с другой стороны, может все так измениться, что мы просто на засем, и этот видос не выйдет. А кто знает, кто знает. Как у вас дела? Как настроение? Как семья? Как дети? Че нового? Че нового? Пойду, пойду того чувака держать за трусики. А, наш мяч, что ли? О. Братан, хуё, открылся, вот ты далеко, а не? Угу. Хорошо, хороший бросок. СГ сдернулся, думал, что я буду обыгрывать, но я не стал обыгрывать. Все верно, я сделал. Ага, не успел. Кстати, вот надо. Да не твой бэт, успокойся ты. Надо, да, тебе даже никто ничего не скажет. Тебе никто слова не скажет, что ты там. Ой, как обыграл. Блин, это ДК было, кстати. Угу. Ну, КТ мог подстраховать, кстати. Блин, я в рот взял витаминку. Витамин С, чтобы его скушать. А игра началась. Ой-ой-ой. А что, как говорится, с ножками? А что по ногам, мистер СВ? А что такое, Миша? Что с ебальником? Угу. Это Р. Это такое не накрывается. Ладно, накрывается, но не сегодня. Кстати, до этого я... Ой, сейчас забьют. Проиграл нашу СГ позицию. Угу. Центровой на СГ. СГ крутится, СГ... Накроет. Сука, он был близок, он так был близок, он почти накрыл. Он уже начинает догонять меня по кнопочкам. В плане, что сдвигается, старается. Да, я не стал бежать. Я сейчас побежал на него, потом подумал, блин, сейчас как скинет ему, я буду часть. Хотя у нас центровой ни разу... А, хотя нет, он делал вот это вот, знаете, спину свою крутился. Опа, ой, как опасно крутится. Как опасно крутится он. Это же реально опасно вот так крутиться. Можно и наткнуться на какой-нибудь фейсап. Брат, ты чё прыгаешь? А, это хороший прыжок. Центровой наш. Кстати, херово подбирает мячи такие. Ой, сука. Ладно. Ну, счёт как бы равный, поэтому... Бля, братан мог чисто под кольцо остановиться, я бы ему скидывал. Ой, сука, блок, блядь. Блядь, еще один бросок. Еще один бездумный бросок, лишь бы завить, потому что услышал сирену. Вот у меня это рефлексы с 2K, конечно, когда я слышу сирену от 24 секунды, сразу же начинается у меня вот это вот. Молодец. Молодец, что сделал этот бросок. Да, не рано, кстати. У меня в команде тиммейты психуют почему-то. Не знаю почему. Тоже так могу. Блин, аж пришлось витаминку съесть быстрее. Ой-ой, в отклонении. СГ, братца, еще в отклонении. Ничего себе. Наш БСГ еще трешки бы, хорошо бы... Сука, ты что делаешь? Бля, никогда в жизни вот... Если вы видите от СГ вот эти отклонения, это пизда, нахуй. Это такая пизда, потому что... Если он наступает назад, если защитник в упор встанет... Кстати, из 14 очков я забил 14, чтобы вы понимали. Все, you gonna dunk, тхери. Тхери, dunk. You gotta dunk, КТ, you gotta try free point shot. I gotta rebound it. Ой. Какой, 2 очка уверенных. 6 баллов, все в порядке, маленькая. 16, я завожусь, я уже завелся сладко. У меня еще фристайл открыт. Главное не проебать трех какую-нибудь. Не уходи на него, пусть бросает. Ой, не отходи, пусть 2 очка сбивает. 2 очка, не 3, не 3, блядь. Поймал, сука, жалко, не упало. Мимо, блок нахуй. Отлично, отличная игра от великого МДЖ-ушки. Сука! Это же еще фристайл проебался, да, наверное? Сука, реально фристайл проебался. Ну ладно.
18-16, игра начинается в упор. Кстати, я уже прилег в упор к экрану, мои ножки сломаны. Но он не бросает трех очков. Хуёв бросок, идем. Подбор, хороший бросок, ладно, забил. Нормально. Нормально, игра равная, это самое главное. О, братан. Братан, ты, сука, нахуя его бросил, блять? Что так много было времени? Ну ты шо, увидел, что ли, счастье? Поставим спинку, подбор. Бля, 3 очка, брат. О, брат, на, забивай свои 3 очка. Шо, я не могу ничего придумать. А, кстати, стил был, дурак. Ой, дурак, зачем ты стилишь-то? Сейчас, кстати, можно попробовать застилить. Или отыграть хорошо в защите. Ну, я сомневаюсь, что мне нужно настилить ОСГ. Лучше как-нибудь так вот встать, вдруг полетит в интерсепт мячик. Как-нибудь вот так вот. Не знаю, там ОДГ может что-то решить. Мне кажется, не решит нихуя. Сука, он может забить, кстати, это же средний. Слава богу. Если бы не я, если бы не легенда мирового фристайла и великий летсплейщик, чую, была бы сейчас, ну... Хорошо, что я побежал туда, на самом деле. Бля, куда ты побежал? Блядь, у нас чувак никогда в жизни. У нас чел? Ёптую. Плея промазал, прикиньте. Ой, он забить должен, кстати, такое. У нас чел чипауту начал делать? Нет, сука. Ой-ой-ой, вот это ассист! Да, блядь, ёп. 18 очков из... Блядь, я забил 18 очков из 24. При этом наш СГ... Ой, как он пролагал-то у меня. Прикиньте, у меня 37 МС, и я должен такой блок... Ой-ой-ой! Центровой, кстати, центровой, из-за того, что он опаздывал по позиции, он мог увидеть, что будет ДД. Блять, мой косяк, сука. Так долго нажимал на ассист, что проебал мяч, нахуй. Вот это я молодец. Я ж на ДД прыгнул! Алло! Я же реально на ДД, я не прыгал, на, потому что я видел, что наших много, и я не стал это делать. Не данкуй, брат. О, данкуй, извиняюсь. Я прошу прощения, данкуй, пожалуйста, брат. Хотя я чуть игру не просрал, как. Почему я не поймал его? Почему, блядь? Ну ты чё, брат? Давайте отдадим преимущество. Waste time and in two. На, нахуй, waste time, 3 секунды. Waste time, нахуй. Waste time. Он отдает на этого ДГ, братан. Прыгай, блок, сосалите. Нет, нет, сука. Ой, наш подобрал. Фух, слава богу. Как я долго искал этот видос, чтобы было достойно что-то залить. 20 очков и победа. Кстати, команда в защите сыграла отлично в конце. Ну все, друзья. В общем, если что, там есть вопросы по фристайлу, в Discord-канал, который ссылка в описании. Если есть какие-нибудь вопросы, какой крюк, конечно же, мид носите. Но мид носите вы не найдете, потому что редко обновляем. Но зато там есть баф на деф. Так что всем счастья, здоровья, всем пока-пока.